Иногда, чтобы найти близкого тебе человека, необходимо пройти 1000 километров. Отец и сын без гроша в кармане движутся к морю из Москвы в Крым. Если повезет, едут зайцами в товарном вагоне. А так все больше идут лесами, полями, от дома к дому. Питаются, чем Бог пошлет. Подрабатывают, где получится. Здравствуйте. Мы с сыном едем из Москвы в Крым. Иногда останавливаемся, чтобы подзаработать. А вот нам сказали, что вам нужно перестелить крышу. Что, профсоюз путевку не оплатил? Да нет, длинная история. В прошлом у них ничего не осталось, а в маленьком крымском городке есть надежда начать новую счастливую жизнь с мечтами о море. Смотрите в четверг вечером «Коктебель» на телеканале «Самара ГИС».